Я ходила по кругу, я лечилась, болела. Все это продолжалось бесконечно, так сказать. Я понимала, что мне нужна какая-то помощь, потому что я понимала, что мое здоровье, оно просто разваливается. Это было видно визуально. Я сейчас на данный момент абсолютно здорова. Вы не представляете, каково быть здоровой женщиной. Когда ты просыпаешься утром, ты просто светишься, полна энергии. Стараемся как бы поддерживать здоровый образ жизни. Можно с утра как бы проснуться пораньше, да? Там не надо там какие-то материальные что-то, да? Просто пораньше встаешь, делаешь какие-то процедуры интересные и дальше по своим делам. Меня зовут Бекжанова Сауле, мне 48 лет. У меня трое замечательных детей. На данный момент я считаю себя счастливой женщиной. Три года тому назад я не была таким, каким я сейчас являюсь человеком. В силу обстоятельств определенных мы развелись с мужем. Пришлось как бы все тянуть на себе. Все это время я занималась бизнесом, параллельно с детьми, параллельно с домом. И все эти проблемы социальные, ежедневные, они легли на мои плечи. И в силу этих проблем у меня как бы образовались определенные болезни. Я ежемесячно принимала антибиотики, какие-то лекарства, бесконечное лечение. Я ходила по кругу, я лечилась, болела. Все это продолжалось бесконечно, так сказать, 3-4 года. Соответственно, я не могла уделить время детям. Не могла уделить время дому, так сказать. Я понимала, что мне нужна какая-то помощь, потому что я понимала, что мое здоровье, оно просто разваливается. Это было видно визуально. У меня были отеки на лице, у меня были отеки на ногах. Я понимала, что мне нужна помощь. Я говорила, что мне нужна помощь. Мое окружение, девочки, особенно подруги, говорили: тебе нужен мужчина. Так на тот момент я уже была в разводе, 5-6 лет уже, да. Но я понимала, что это не мужчина. Я понимала, что это что-то другое, что-то большое, какое-то необъятное какое-то. Ну, это было классное что-то, да. Я не знала, что у меня просто это внутри было, да. Наверное, на тот момент Вселенная меня увидела, услышала. В один из прекрасных дней, когда я вот пришла с работы, я, как обычно, лежа на диване, я просто тупо как бы смотрела с Инстаграм. Я чисто случайно, наверное, это был подарок судьбы, я увидела мухбал. У меня ушел эфир, который на меня очень сильно повлиял. Я, не раздумывая, я поняла, что это то, что я искала. То, что желала моя душа. Я шла из потока в поток. Я прошла первый поток, я прошла второй, третий, четвертый. Я не могла остановиться, потому что понимала, что моя душа жаждала этого. Она же жаждала этих знаний, которые никто и никогда я нигде не слышала про эти знания. Когда я пришла в мир энергии, когда начала Махпал это мне говорить, я попала в какой-то другой мир. И, конечно же, я изменилась. Каждым днем я росла, сознание мое раскрывалось, я научилась любить себя. Я начала любить, безусловно, все, что нас окружает. Это чувство, это не передать словами. Я думаю, то, что все это, то, что я прошла, я ни о чем не жалею. Как бы Вселенная нам посылает вызовы, как Махпал нас учила, вызовы будут всегда.
Просто на них нужно смотреть другими глазами. Просто поменять ракурс. Сейчас я научилась проживать все эмоции 3 минуты, особенно негативные. Хотя негатива в моей жизни сейчас практически нет. Я как бы все это оставила в прошлом. Сейчас меня ждет счастливое будущее, счастливая жизнь. И это прекрасно. Я сейчас на данный момент абсолютно здоровая. Вы не представляете, каково быть здоровой женщиной. Когда ты просыпаешься утром, ты просто светишься, полна энергии. Хочется творить, хочется доверять Вселенной так, как Вселенная меня любит. На занятиях Махпал, когда уходят все программы, соответственно, у нас как бы все системы и органы начинают работать заново, по-новому, да, потому что у нас как бы все программы прочищаются во время медитации, во время уроков, приходят какие-то инсайты, приходят какие-то осознания, когда все это просто понимаешь, и когда все это до тебя доходит, это вообще супер, супер, это не передать словами, такие эмоции. Бывало такие моменты, что я плакала просто с утра до вечера, да, просто слезы лились, 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 и все мое как бы тело, мое эфирное тело, мое сознание просто прочищалось. Махпал дает медитацию на исполнение желания. И летом, я помню этот момент, я загадала свое намерение, желание приобрести жилье именно в том золотом квадрате, где я хотела. И представляете, в ноябре я покупаю 3-комнатную квартиру своей мечты. Мечтала об этом очень долго, сейчас очень рада, все сделала по своему дизайну. Здесь мне нравится все до мелочей, то, что я все просчитала, да, этот большой гардероб, эти все картины были у меня в голове. Я поставила намерение, что я, если куплю квартиру в этом районе, 3-комнатную, я подарю 5-й элемент другому участнику, который очень хочет попасть на 5-й элемент, но у него нет средств. И команда Махпал Карибжановой 5-й элемент находит мне этого человека. Я перевожу деньги из такой благодарности к Вселенной, что она исполнила это мое желание с покупкой квартиры. Выполнить свое обещание перед Вселенной, я заснула, так сказать, ну, в прекрасном таком состоянии души. Во-первых, это был вообще мой, наверное, первый в жизни такой подарок, такой ценный, такой полезный. Ну, уже все хорошо, по крайней мере, очень уже много что изменилось. Я на тот момент продавала уже как бы уже несколько лет свою старую квартиру. Почему-то, по каким-то, не знаю, причинам, моя квартира не продавалась. Но на следующий день с утра прямо звонит мне человек и хочет посмотреть мою квартиру. Думала, ладно, пусть придет человек, посмотрит. Он заходит в квартиру, ему все это нравится. Он нравится все практически. Он там смотрит, здесь смотрит. И тут же он оставляет мне задаток 10 миллионов тенге. Это было такой неожиданности для меня. Я просто благодарила. Это был подарок, так сказать, потому что так как эта квартира долго стояла, да, она не продавалась. Тут я делаю, оплачиваю курс 5-го элемента. На следующий день тут же я продаю свою квартиру. Я даже хочу здесь отметить, что вот Вселенная настолько она откликается, оказывается, вот настолько это такое чудо, что вот все сразу получается. И, соответственно, я продаю эту квартиру, я уже в том же районе, где я купила 3-комнатную, я там покупаю 2-комнатную квартиру. Следом я покупаю свою машину, новую, салона.
И это до Нового года, как бы я все это сделала, это было супер, это был такой Новый год, сумасшедший, классный. Девочки заждались, это, блин, гуляемка, красивые. У нас пятый элемент есть по всему миру, да? И в Шымкенте, конечно же, девочки из пятого элемента, которым мы собираемся. И когда девочки начинают делиться результатами своих детей, почему-то на тот момент я просто сидела и молчала. Я не могла ничего сказать. Оказывается, внутри я просто обесценивала своих детей. Когда я домой пришла, я ревела, наверное, целый вечер. Я ревела с утра, я ревела в обед. Я просто ревела из того, что я обесценивала свои. Они у меня прекрасные. Они у меня золотые, красивые, высокие, умные. Они волшебные. Я просто это обесценивала. Я люблю своих детей. Я люблю каждого по отдельности, со своим характером, со своей улыбкой, со своими рассказами. Каждый индивидуален. Я просто подошла к каждому, обняла и прижала к своему сердцу и сказала, как я их люблю, как они для меня бесценны, что это дар Божий. Я просто благодарила, что это пришло ко мне. Я благодарю Махпал, благодарю Вселенную, благодарю всю команду Махпал Карибжановой за эту прекрасную программу, которая исцеляет, дает людям осознанность, любовь в сердцах, открытую дорогу, изобильную жизнь и, конечно же, это абсолютное здоровье. Программа «Пятый элемент» дал мне билет в новую жизнь, в мир энергии, в мир изобилия, в мир абсолютного здоровья, в мир исполнения всех намерений.